Экскурсию для учащихся 13-й гимназии провели в Магаданском государственном музыкальном и драматическом театре. Детям показали балетный зал, рассказали о том, как проходят репетиции у артистов. Организаторы познакомили учащихся с роялем, показали, как устроен музыкальный инструмент. В балетном зале дети почувствовали себя в роли танцоров и поработали у хореографического станка. Сегодня мы проводим экскурсию по основным локациям нашего театра. Это большая сцена, малая сцена, балетный зал. Мы также смотрим, показываем детям наши цеха, в том числе швейный цех, где они могут посмотреть на костюмы, на шляпы, примерить шляпы. Наши посетители очень любят примерять коллекцию шляп и головных уборов, которая у нас достаточно разнообразная. На малой сцене театра ребята представили себя в роли актеров и рассказали стихотворение. Организаторы проводили детей в закулисье. Школьники побывали на большой сцене театра, где происходят показы спектаклей. Летом такие экскурсии сотрудники проводят для детей почти каждый день. Они проходят не только для школьников, но и для студентов и для взрослых людей. Записаться на экскурсию можно на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра.